дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Fallout 4, и смотрите, что я нашел. Убежище. Мы с вами заглянули по делу о детективе Валентайне, то есть, когда мы в Diamond City там поговорили с одной дамой, она сказала, что проблема в том, что детектив, который может что-то знать о нашем сыне, ну, это так, предположение, он пошел вот сюда, вот на эту станцию, расследовать дела, и в итоге мы сюда пришли. Не без приключений, как вы помните. Дорога, на самом деле, несмотря на то, что была короткой, она оказалась очень долгой, потому что мы пошли кругалями. Мы с вами попали там на склады, на схроны военных и тому подобное, но все-таки добрались сюда. Здесь куча каких-то людей, которые косят под гангстеров. Не знаю, чего они хотят, но в итоге получают они заряд дроби в лицо. И это, наверное, хорошо. Надеюсь, гангстеров внутри не будет, но у нас здесь убежище 114. Хорошо, жми кнопку, Блэк. Жми кнопку. У меня прям мурашки каждый раз, когда я в новое убежище попадаю. Ну чё, погнали? Чё, говорит, такая громкая дверь? Так, проблема в том, знаете, что у меня патронов нет на снайперку. Не очень хорошо. Здорово, мужик! Мне главное... О-хо-хо-хо, хорошее! Хорошее начало серии. Мне главное поближе подойти, а потом, ну, вы поняли. Сегодня что-то мясо, короче. Так, хорошо. Убежище просто кишит этими ублюдками, как я вижу. И это хорошо, наверное, потому что... Надо от них избавляться, в общем. Не знаю, чем кухонное полотенце. Так, ладно, давайте осматриваться аккуратно. Они здесь, смотри, здесь куча припасов. И это на самом деле просто офигенное место для того, чтобы... Я могу ее закрыть сейчас, нет? Походу никак. Я бы все-таки закрыл, потому что мало ли подкрепление придет. Но, видимо, не судьба. Так, тут ничего, ничего, ничего. В общем, мы читали там логи на местных компьютерах. Говорят, что, ну, станция закрыта по распоряжению Vault-Tec. И тогда я подумал, думаю, блин, наверное, Vault-Tec здесь что-то темнит. В итоге она не темнит, она тупо построила здесь убежище в центре города. Пипец, как это народ не заметил. Так, ладно. Приветствуем после долгих месяцев подготовительных работ. Технический и научный персонал приветствует нового члена семьи Vault-Tec. Убежище 114. Как и вам, нам не терпится приступить к работе над нашим новым детищем, но пока мы не готовы открыть эту огромную защищенную дверь для наших новых резидентов. Как вы, вероятно, заметили, из-за уникального расположения для строительства данного убежища мы привлекли рабочих из других компаний. Перепрофилированные станции Park Street сократит расходы на строительство и сроки работ. Кроме того, это идеально подходит для социального эксперимента в убежище, о котором позже будет рассказано в служебной записке. Но вы помните, что каждое убежище — это своеобразный социальный эксперимент. Однако, из-за всего этого до завершения строительства мы столкнемся с большим количеством гражданских лиц на площадке. Ваша задача — следить за безопасностью убежища 114 и эксперимента и защитить их от любопытных глаз. Помните, болтун — находка для шпиона. А еще каждый болтун будет немедленно уволен и подвергнут уголовному преследованию. Еще раз добро пожаловать, администрация Vault-Tec. Я вас понял. Конфиденциально, только для сотрудников научного отдела. Внимание, настоящая служебная записка предназначена исключительно для членов научного отдела, убежища 114 и сотрудников с соответствующим уровнем доступа. Если вы к ним не относитесь, пожалуйста, немедленно прекратите использовать данный терминал и сообщите о нарушении смотрителю или сотрудникам отдела безопасности Vault-Tec. Спасибо.
Отдел общественных наук. Как вы уже знаете из инструктажа, убежище 114 предназначается для высокопоставленных членов местной и вышестоящей организации, а также для их семей. Все резиденты знают, что будут жить исключительно с другими чиновниками. Однако в разговоре с ними роскошные условия данного убежища были сильно преувеличены. Серьезно? Все члены одной семьи будут жить и ночевать в одних апартаментах. Прием пищи и водной процедуры осуществляется в общих помещениях. Удобства будут минимальны. Общага? Общага. Короче, чиновников, привыкших к роскоши, поместили в общагу. Прикол. Кроме того, в настоящий момент проводится собеседование на должность смотрителя. Наша цель – найти человека без опыта работы на руководящей или правительственной должности, но при этом настроенного против властей. Из отдела кадров сообщили, что есть подходящие кандидаты. Лишив резидентов роскоши и власти, к которым они привыкли на поверхности, мы надеемся изучить их реакцию в стрессовых ситуациях. В связи с этим просим не подрывать авторитет смотрителя во время эксперимента, даже и особенно если это может вызвать физический дискомфорт или нанести вред резидентам. Благодарим вас, администрация Волтек. Сурово. Красава. Так, хорошо, посмотрим, к чему это в итоге привело все. Ну, может, и не узнаем, потому что здесь... Это, наверное, мы отсюда выйдем потом с обратной стороны. Там все-таки дом смотрителя, наверное, нет. Что-то сегодня серия по мясу, короче, нравится. Так, я попью водички, пожалуй. Спасибо. Люблю водичку. Так, хорошо, спуск вниз. Блин, где Валентайн? Джилл Валентайн. World Forever. Surfer's Neighbor. Окей. Поверхность никогда. Убежище всегда. Так, там явно есть человек, потому что вас не видит надпись. Короче, когда эти квадратные скобки сойдутся на надписи, тогда нас заметят, если кто не понял до сих пор. So I got a question. Why the hell would anyone build a vault out of a subway station? This place is like the opposite of airtight. Because they weren't planning to use it, you moron. We used to pull this kind of con all the time back before the war. Get a bunch of union boys to work some construction job that would go nowhere. Keep everyone on payroll. Не факт. Слушай, ну оно реально недоделанное так-то, если посмотреть. А может, это специально было сделано, чтобы, ну, у них дискомфорт был у местных жителей. Ой, так, смотрите, что мы сейчас сделаем. Берешь такой потом и шумишь. Come out. Gotta kick up my feet after I knock you off. Да, пока с этого постреляем, он нормальный такой. Чуваки, вам даже ноги не оторвали. Какая-то бракованная была у нас. Бомбочка. Слушай, это может даже лучше, чем мой. Ну-ка. Короче, с патронами у меня пока беда, поэтому буду пользоваться всяким кастомным оружием. Вот эта шляпа, она мне вообще не понравилась. Вот этот дробовик неплох. Вот этот, кстати, пистолет урон 40, и патронов на него у меня хватает. Можешь с ним побегать? Давайте мы его поставим в избранное, вместо вот этого, скажем. Далее. Пистолет, который у меня, это 22, это похуже, но у него прицел есть. Но он мне нужен прицел. У меня снайперка есть, если что. А, у меня патронов нет. Блин, я думаю, у меня есть патроны. Моркошка. Супер. Блин, ребята, вы бы знали, как эта игра круто выглядит в Oculus Rift. Просто не передать словами. Просто представьте, что до каждого объекта вы здесь чувствуете, ну, глубину картинки, ее трехмерность, объемность. И вы не видите краев экрана, вы тупо находитесь там внутри. Можете посмотреть на свое тело вверх-вниз.
игра неплохо заточена, я думаю, когда выпустят Oculus Rift, Project Morpheus и другие очки виртуальной реальности, это будет одна из первых игр наравне с Alien Isolation, которые будут неплохо это дело держать, и то есть выкатят патч с поддержкой. И тогда эта игра будет играть совершенно по-другому. Захочется стереть себе память и поиграть в эту игру по новой. Но это все будет потом, в следующем году, еще далеко-далеко. Блин, патрончиком бы. Сколько у вас тут? Ненавижу, блин, большие открытые места, как вы помните. Ну вот ты, допустим, раз, да? Там второй шевелился. А, во. Значит, их уже трое. Камера, ты меня расстраиваешь. Живой. Конечно, потому что пушка — это шляпа такая, господи. Свободен. Ох, как вас тут много. Давайте вы ко мне. Почему я должен на вас рашить вообще? Давай, давай, я тебя понял. Ой, посидим в носу, поковыряемся пока, да? Ого, нихера себе, они так умеют. Давай сэкономим патроны. Я тебя понял, ты идешь ко мне. Я рад. Заходи уже. Давайте поменьше будем пользоваться потом в будущем этим пистолетом. У меня дико разочаровывает. Ты живой еще там, что ли? Ладно, потратили, давайте что-нибудь сожрем. Так, это нехило дает, кстати говоря. Стимулятор. Слушай, я думал это пистолет. А, это 44-й, а не 45-й. Вот оно что, вот в чем проблема. На самом деле, пока я, короче, дошел, как я и говорил, у меня патроны кончились. У меня патроны кончились, поэтому это стало чуть более затруднительно. Ну ладно, враги мертвы, я живой, все хорошо. Да все же с дробовиком ходить. А потом уже, если проблемы какие-то будут, то возьмем, скажем, вот это вот. Хотя она меня сильно разочаровала во время последних перестрелок, когда я пробовал. Здесь вообще, смотри, ничего не достроено. Может, они не достроились с таким учетом, что вот это вот все будут ютиться и постоянно ждать того, что убежище достроят. Это было бы сурово. Лезть уже, господи. Так, ну там вход в реактор, но я так понимаю. А тут, я так понимаю, ну да.
Я-то думаю, и чё я сюда пришёл? Вот это мне пригодится. Это мне пригодится, и это мне пригодится. Я, кстати, что-то вообще не кушаю. Что на самом деле... Где-то враг поблизости. Что на самом деле не очень умно. Хотя, конечно, от них начинаешь светиться. Давай, давай, сейчас ты меня увидишь. Задание. Мозги полетели. Дробовик педалит. Так, добро пожаловать от... Подожди, это что же самое сюда? Да. Слушай, мы идем еще ниже. Меньше не становится. Становится только больше, поэтому сейчас пистолет-пулемет надо будет достать. Ну и начать раздавать, соответственно. Так, здесь уже не ловит рации ничего. Предохранитель. Спасибо. Я слышу, кто-то там есть. О, ну это вот типичное убежище. Вот такое убежище было в Fallout 3. Вот именно вот такое же. Давайте пока, в общем, с дробовиком ходите. Как патроны кончатся, будем уже думать что-то. Я просто боюсь, как бы тут кого-нибудь силовой брони не было бы. А я все патроны хорошие потратил. Вот это будет печаль. Так, он тут один такой. Don't give me that crap, Valentine. You know nothing you've got now. Really? I saw him writing your name down in that black book. Так, это вниз, отсюда, если что, могут побежать. Пусть приходят, если что, да? Three strikes? In the black book? But I never. Oh no. I gotta smooth this over fast. Hey. Ну ладно, заметил, допустим. Что будешь делать дальше? На меня похож чем-то. Ну, я имею в виду на игрового персонажа. А ты живой еще, что ли, твоя мать? Уже нет. Так, пароль. Это, я так понимаю, голозапись. Ну-ка. Не знаю, мы, наверное, просто, если что... Ну-ка. Если что, короче, просто сможем открыть и все. Я думал, снизу там сейчас толпа побежит. Мне казалось, что здесь кто-то есть, но вроде как никого нет. Ладно, пойдем наверх, посмотрим. Че это? Патронов, кстати говоря, тоже нет. И все же я думаю, что сейчас набежит. Я тебя понял, надо будет отбиться.
Так, хорошо. Давай сделаем как. Дадим гранату одну. Ой. Мину одну сюда. Отсюда они, походу, пройти нет, смогут. На всякий случай кину одну сюда. Вот они и пригодятся. Кину одну, допустим, сюда. Ну и одну, чтобы скучно не было. И вот сюда, поближе к подружкам. Так, ну давай. Требуется пароль. Пароль введен, потому что почему бы и нет. Ваш номер 998. Ждите, когда номер назовут, и смотритель вас примет. Хорошего дня. Открывай. А у меня оружие говно. Nice. Супер. My knight in shining armor. Question is, why does he come all this way? Risk life and limb. Old private eye. What the fuck? Whoa. What? What are you? Told you, I'm a detective. Look, I know the skin and the metal parts ain't comforting, but it's not important right now. The only thing that matters is why you went to all this trouble to cut me loose. Это необычно. I'm tracking a murderer. The bastard who shot my wife. Took my son. I don't even have a clue who he is or where he's gone. So you need a little angel of vengeance, huh? Well, I don't usually go after blood money, but I guess I can make an exception. I've been cooped up in here for weeks. Turns out the runaway daughter I came here to find wasn't kidnapped. She's Skinny Malone's new flame. And she's got a mean streak. Anyway, you got troubles, and I'm glad to help. But now ain't the time. Let's blow this joint. Then we'll talk. Серьезно? Так там мины? Я думал, сейчас... Прощай. Ладно, он в принципе бессмертный, я думаю. Короче, он бессмертный, сейчас разминирует все, я так понимаю. Ой, я думал, что он серьезно, когда он говорил, что здесь сейчас будет вот это вот. Подожди, а где... Я ее собрал же? Я ее собрал. Хорошо, где она лежит тогда? Собеседование ваше. А, во. This is Vault-Tec interview number 87. For the position of overseer for Vault-114. The candidate has refused to give his real name. And has only provided the name the soup can Harry. That's right. I ain't telling you nothing. My name is the name I call myself, not the rank and number the government brands on me. No, sir. Fascinating, Mr. Soup can. Would you mind telling me why you're distrustful of the government? Это смотритель, да, в итоге наш. Come up the works with red tape and bureaucracy. Take every hard-earned cent. And use it to fund their Illuminati, Freemason sex parties. I'm a free man. I should be able to live as I see fit. My taxes pay for them streets and alleys and dumpsters. I'll sleep where I want. Sir, according to typical elf. Many years. I seen the back of them Abraxo boxes. Not for consumption. Don't you tell me what to do. I'll eat what I want. Sir, you may just be the perfect candidate. How would you like to be the new overseer for Vault 114? I ain't wearing no goddamn tie. Or pants. Понятно с вами все. Его звали там не Макаревич, интересно.
Приветствуем, смотритель. Надеемся, это сообщение застанет вас в добром здравии и у вас не было никаких проблем при переходе на новую должность. Вас назначили на должность смотрителя благодаря положительным рекомендациям наших сотрудников, проводивших собеседование. Мы надеемся, что вы оправдаете наши надежды. Пожалуйста, не волнуйтесь. Вас избрали на основе ваших личностных качеств, навыков и умений принимать решения. Мы считаем, что вы обладаете врожденными способностями лидера, которые помогут этому убежищу преуспеть в новом мире, созданном ядерной войной. Поэтому не волнуйтесь, доверьте своим инстинктам, и все пройдет безупречно. Удачи, администрация Волтек. Вот же сволочи. Обожаю этих ублюдков. Как они с чиновниками-то поступили? Сурово. Так, мужик, что я хочу сказать? Мы с тобой можем уходить отсюда, но суть в том, что... Ой. Суть в том, что здесь еще, я думаю, много всего может быть интересного внизу, там, скажем. Как думаешь? Поэтому не походить ли нам туда? Стелс-бой, ништяк. Так, ну иди разминируй, чё уж. Слушай, а мои мины, они же на меня могут работать, да? Ладно, заберем потихоньку. Не шутя. Блин, я думал, сейчас так тактично всех разнесем. Это будет, думал, круто. Оказывается, нет, ничего подобного. Разработчики решили по-другому. Печально, печально на самом деле. Yes. Так, хорошо, что у вас здесь есть? У вас здесь есть микроскоп. Сворую. Пробирки. Сворую. Эмалированное ведро. Обязательно сворую. Что еще здесь есть? Изолента. Пустая масленка. Канистра. Шпилька. Стимулятор Radix. Неплохо, я вообще так потарился в этом убежище, я вам скажу. Мне понравилось. Но на самом деле могло бы быть и побольше, да, всякого прикольного. Так, ок. Ой, мама. Ну, накидал, конечно, я тут знатно. Если что, оно неплохо умеет. Порвало бы врагов. Серьезно. Тихо. Я вас понял, короче, все нормально. Так, иди сюда. По тактику, короче, не хотят. Ой, господи, ненавижу эту пушку. Да, убери ты, господи. Короче, к нам по лестнице не поднимутся, так что я об этом не узнаю. Просто патронов к ней дофига, только поэтому. Свидание. Так, оно почти подобралось там. Получи. Хе-хе-хе-хе.
Слушай, как он вышел? Блин, так хотелось. Не знаю, почему я все время нажимаю B, чтобы приседать. А, я вчера играл в Call of Duty. Ну, для вас совсем не вчера. Прошел ее на стриме, упоролся, охерел. Ой, я не знаю, ребята, знаете, что мы сделаем сейчас? Спецназ, йоло! Это было тупо, но я попробовал. Так, хорошо. Без своих пушек мне на самом деле стало заметно сложнее. Но основное, что меня убило, это тупость, потому что я хотел закидать их минами. И это явно то, чего делать не стоило. Ну блин, я опять мины кидаю. Так, раз. Два-с. Три-с. Хотя давайте накидаем, чтобы они полетели на небо сразу. Вот так вот примерно. Больше, наверное, не надо. Так, теперь. Хорошо. Ты хочешь проверить, что там такое. А я пока попью какой-нибудь водички. Я знаю, что это... Ну, в общем, ну вы поняли. Что можно делать это быстрее. Но мне хочется как-то по тактике это делать. Слушай, вот куда ты пошел, мужчина? Вот куда ты пошел? Ох, идиот. Красава. Так, ну ладно, допустим. Это было стрёмно. Это все равно получилось стрёмно. Ну, одна, по крайней мере, сработала. Подорвала нашего, конечно, но не только лишь нашего подорвала. Так, здесь много всего интересного. И я все еще не хочу отсюда уходить. Допустим, нам с вами определенно туда. А что может быть здесь? Пустовато. Так, ну, походу все. Не особо такое большое убежище, надо сказать. Но именно похоже на убежище из фолочей, из всех предыдущих. Это круто. Так, что сейчас опять дичь набежит, да? Абраксо. This door's on the fritz. Let me see if I can get it open. There we go. Hell of a lot easier to do than lock. Ага. А тут что? А тут особо ничего. Тут у нас туалет общего пользования. Прикинь. Для людей, которые привыкли к удобствам, вот это вот унизительно просто. Да уйди ты, мать твою. Господи, что с этим пистолетом не так? Смотри, как это делать. Без критов. Это сохраним пока. Тут и так верняк был. Да их там до хера еще. Так-то. Что поделаешь, приходится из этого дерьма стрелять. Помните, как я ржал довольно, когда выносило мозги с
с помощью нормального оружия. Так вот, теперь я буду молча убивать, потому что это не прикольно все. Это так. Так, ладно, пойдем. Ого. Так, все, отмена. Раз, два. Но он неплох, кстати говоря. Неплохой такой воин. Рулет! Серьезно. Зачем я в руку стреляю? Блин, выжил? Я думал, это всегда ваншот. Ладно, хоть патроны пригодились. А то я думаю, куда я их столько таскаю. Эти ребята наверху, они к нам сейчас спустятся или нет? Я, кстати, тоже подумал. Пипец, думаю, хранилища одни эти. Да, пипец. Так, лечимся. Что я могу сказать? Красава. А вот и жилые помещения. Так, ну стимпак, по крайней мере, нашли. Смотри, то времени уже все пооблупилось. Тихо. Тихо ты. Господи, что за проблема? Да блин. Как-то вот вообще вот так вот, наверное, да? Нет, это... Ну, слава тебе, господи, я уж думал... Думал, что-то не так. Оказалось, все так. Спасибо. Спасибо. Спасибо, 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 спасибо. Фу. Стеклянные кувшины. Очень сложный. Ой, вот это печально, на самом деле. Так, это надо запомнить. Картины, смотри. Предметы роскоши, короче говоря. Томми Ган в этой игре, по крайней мере, без прокачки, пока что не выруливает. Надо будет его прокачать, надо будет дробовик прокачать, чем я, собственно, и займусь, наверное, после этой серии. К следующей серии вы увидите красоту. Потому что патронов мне дофига дают. Я тебя понял. Терминал регистрации, комбинезон, ну возьму просто так, чтобы был. Что с персонажем, почему он это делает? Так, соблюдать, напомнить резидентам соблюдать порядок и построиться в очередь, незамедлительно переодеться в комбинезон убежища, все вопросы задавать на общем инструктаже. Так, семья Линихан, Шон, ну понятно, семьи. Собака Спайк, не пустили. Младенцы были. Детей жалко. Чё там? Холостяк один был. Холостяк, я думаю, не пропал в таком закрытом помещении с таким количеством молодых девушек, да? Ну, давай посмотрим, что у нас здесь. Я сейчас думаю, там такая шобла, а я здесь, блин, с грёбаным Томми Ганом. Это будет печально.
На самом деле это было увлекательно. Coming to my house, shoot up my guys? You have any idea how much this is gonna set me back? I wouldn't be here if it weren't for your two-timing dame, Skinny. You ought to tell her to write home more often. Oh, poor little Valentine. Ashamed you got beat up by a girl. I'll just run back home to daddy, shall I? Should have left it alone, Nikki. This ain't the old neighborhood. In this vault, I'm king of the castle. You hear me? And I ain't got some... down now, guys. Корова была идея, нет? Офигеть. Так, не хана. Я не мог просто продолжать эту помпы. Вот оно что. Вот теперь точно жопа. Неплохо зашло, смотри, там все просто... просто поджарились. Да лечись быстрее давай. Душ явно закрыт, я не думаю, что после этого тут есть что расследовать. Я на самом деле думал, что я его убил после того, как этого кувыркнуло, он упал. А оказалось, что он еще встал тут и бегает, из спины меня расстреливает. Стимуляторы какие-то отстойные, стимуляторы пипец как мало прибавляют. Таких врагов вставлять нельзя, но его нахер. Так, отсюда я зашел. Ну это тупо выход. Мужик, ты все делся куда-то, да? Ты ушел? Подожди, нет, я думаю, что он... где-то здесь же, он же... мне увезти надо, интерес, нет? А, вот выход, смотри-ка. Я это не видел. Он, наверное, закрыт был. У нас, кстати, скоро 13 уровень, с чем я вас поздравляю. Ну, это было довольно любопытно. Но это было бы гораздо круче, если бы у меня патроны не кончились. Короче, к следующей серии надо будет прокачать дробовик. И вот этот автомат, наверное, да и пистолет. Ну, в общем, потрачу на это пару-тройку часиков. Любопытно. Слушай, а вот эта броня, она вполне себе эпичная такая, да? И очки такие, как у меня. Ну, типа намекает. Ну, ты понял, говорит. Пуха, это вообще что такое? На гауску похоже. Хрен его знает. Прикольно было бы, если бы из вот этого пистолета-пулемета, с которым я сейчас хожу, можно было бы вот такую штуку налупить. How did you know where to find me, anyway? Not many people knew where I went. У меня свои методы. I have my ways. Really? Well, I'm glad those ways included shooting down mobsters. Wasn't looking forward to haunting that place. Now, you mentioned something about tracking down a murderer, how he took your son. I want you to come to my office in Diamond City. Give me all the details. Besides, I think you've earned a chance to sit down and clear your head. Давай там увидимся. See you in Diamond City. Короче, хорошо, я вас поздравляю, завершили мы этот квест, и вполне неплохо у нас получилось. Это кто там? Это манекен, да?
Понятно, все нормально. Короче говоря, такой вот получился квест. Надо будет в следующий раз тщательнее следить за патронами. Патронов реально нехватка. И две пушки, которые у меня вот эти были, две пушки с разными патронами, их реально было недостаточно для того, чтобы справиться с этой бандой. То есть я переубивал не так много народу, но человек 30 по местным меркам, это вполне себе норм. Но в результате половину из них пришлось убить, чем попало. Это не очень хорошо, но тем не менее патроны придется подкопить. Я думаю, в следующей серии будет порядком. Надеюсь, вам понравилось это, она была эпична. С вами был Артур, всего хорошего, всем пока. Let's go, pal.